Типография «Типар» сегодня исполнилось 125 лет. На предприятии в праздник сделали сокращенный рабочий день. Продукцию печатали только до обеда, а потом поздравить работников типографии приехали депутаты Верховного Совета и руководство Тирасполя. Юрий Заяц успел сегодня увидеть и рабочий процесс, и торжественную часть праздника. «Типар» – одно из самых старейших предприятий в наших краях. Тираспольская типография исполняется 125 лет. Еще в царские времена все начиналось с того, что на типографии печатали простейшие объявления и газеты. А в советское время «Типар» стал типографией всесоюзного значения. В один год здесь отпечатали 6 миллиардов этикеток для консервной промышленности страны. Сейчас на «Типаре» печатают абсолютно все, от маленького календарика до крупного книжного издания. У директора предприятия на этот счет даже есть шутка. Мы печатаем все, кроме денег. Пока. Сегодня на «Типаре» работали над несколькими заказами, крупными и не очень. В этой творческой мастерской дизайнер заканчивал верстать программку к предстоящему матчу «Шерифа и Ромы». А на другом мониторе готовилось новое меню одного из столичных ресторанов. В печатном цехе в это время машина наносила краску на вкладыши для постельного белья от «Тиротекса», а другой агрегат собирал церковные календари. Получается, что каждый месяц машина подбирает, и на выходе получаем готовый подобранный календарь на 12 месяцев. То есть она сама подбирает, да, за январем? Февраль, за февралем, март и так далее, до декабря. То есть также и с книгами, да, страницы подбирает именно эта машина, совершенно чтобы они верно. Шли по порядку. Совершенно вот верно. Вот уже готовые календари, да? Да. Рядом поддоны с этикетками для напитков от хлебокомбината. А в этом цехе собирали фирменные блокноты от «Типара» с юбилейной датой на обложке. Работали сегодня на типографии до обеда. С собой взяли сменную одежду, чтобы на торжественной части выглядеть с иголочки. Я желаю, чтобы вы долгие годы оставались этим же составом. Я желаю, чтобы долгие годы вы творили и находили отклик и почитание у своих заказчиков, и чтобы они вам не изменяли другим типографиям. Абсолютно всех работников типографии сегодня наградили, многих государственными наградами, медали, грамоты. А в конце торжества все угощались огромным тортом, сделанным на хлебокомбинате специально к юбилею старейшей типографии нашей страны. Юрий Заяц, Михаил Белый и Леонид Мастак. ТСВ.